Всем привет, друзья! Ну что, готов вам рассказать несколько удивительных фрагментов событий, которые произошли. И самое интересное, не забудьте поставить лайк. Не так давно мы были в одном очень интересном месте. Это на Кавказе, Северный Кавказ. Не так давно там происходили какие-то интересные, необычные фото и видео вспышки. Были нам присланы именно на почту. Мы осмотрели ту ситуацию. И очень интересно, потому что за последнее время я никогда такого еще не видел. Я видел, как необычные объекты, которые были в Черном море, также издавали необычные вспышки. Это не первый и не последний видеосюжет. Не знаю, почему именно на Кавказе, я не буду говорить регион. Но самое интересное то, что за все это время я никогда не видел нечто. Мы, недолго думая, поехали туда. Ехали, конечно, очень долго, да и дороги были какие-то не те. И, в общем, когда мы доехали до пункта Б, нас встретили, мы расселились в одном очень интересном месте и ждем следующий день. Все вроде нормально, ничего такого нет. И туман спускается. А мы поселились на высоте. Там есть множество интересных моментов. И ближе. И идет туман. И мы видим, что вдали, вот как туман спускается, что-то горит ярким белым синим цветом. И вот как туман спускается, так эти огни рядом с ними. Мы начали снимать эту необычную картину. И вот что самое интересное, туман до нас не дошел. Он просто начал вот так вертеться, а эти огни исчезли. Мы сперва подумали, что, скорее всего, автомобиль может что-то или еще что-то. Ну, там понятно, что джипинг, люди спускаются и так далее. Но нет. Мы спросили у владельца этого места. Он сказал, здесь джипинг в другом месте. А в том месте как раз и происходят уникальные моменты. Мы собрались и пошли в этот чертовый туман, так назовем его. Шли где-то часа два, прошли две реки через мост навесные, и выходим мы на полянку. А там полностью разрушены какие-то домики или что-то наподобие. Но это не те домики, которые там из кирпичей, это домики, которые из скалы, я не знаю, из камня, потому что они очень огромны и везде разбросаны. И я читал много интересных моментов, что в таких местах есть множество аномальных таких событий. Мы поснимали, но что самое интересное, мы заметили, мы всегда почему-то сталкиваемся с такими необычными моментами. У нас вечно разряжается телефон в таких местах. Я понимаю, что есть множество электромагнитных волн, есть множество каких-то других, и просто батарея телефона разряжается мгновенно, да и у камер также. Дальше мы передохнули, перекусили минут 20-30 и пошли на этот холм. Шли, конечно, очень медленно, потому что там уже снег был, и мы без всяких там специальных спецобуви поднимались туда. Рядом с нами пролетел Ми-8 вертолет военной какой-то части. Номер не посмотрели. И не доходя до поворота одного, там есть ущелье такое необычное. И там располагаются уже красные зоны. То есть охраняемо кем-то. Там стоят красные обозначения, что вход дальше запрещен, ведется там видеонаблюдение и так далее.
Но мы долго не думая переходим красную линию и заходим в ущелье. Вот я смотрел множество фильмов там про ущелье, там они высотой там до 100 метров могут доходить, но это ущелье, это вообще, там еле один пройти может, но ребенок спокойно, а вот мы, пришлось нам боком идти, потому что это такое ощущение, как будто это врата, потому что это так не назовешь. Ну и проходим мы это ущелье. Минут где-то 7 проходили. И мы выходим на поляну. Просто поляну. И температура, которая была там минус 2, сразу резко нам стало жарко. Ну, где-то, наверное, плюс 10, может, плюс 12, я не знаю. И мы замечаем, что мы проходили через снег, а потом мы перешли на зелень. Трава зеленая, какие-то парники растут. И ты такого, в таком ощущении, как будто ты находишься в другом мире. И мы заметили необычную структуру. Как будто вот эта скала просто огораживает от всего плохого. Поэтому мы заметили, что там бьются еще родники горячие, источники. Очень интересно. Мы посидели так, покайфовали, можно так сказать. И видим, вдалеке ходят люди. Ну, не те, как мы, людям, а военные люди шли. Ну, мы присели так, спрятались. Они мимо нас прошли с автоматами, короче. И дальше было вообще интересно. Просто вообще. Мы наблюдаем картину, что-то вдалеке происходит. Я столько военных еще в жизни, наверное, не видел, потому что мы стояли и смотрели с расстояния. А все это происходило где-то метров 800 от нас. Столько машин. Как они там оказались, я не знаю. Потом я понял, что, скорее всего, здесь есть, как вам сказать, подземные дороги. Скорее всего, и эта военная база располагалась там. Но самое интересное, это было ночью. Когда уже все затемнело, мы видим, красные инфракрасные датчики горят. Вот просто мы видим, они там, 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 там. И их днем вообще не видно, но ночью они как будто как лампочки. И вот самый интересный момент происходит как раз в эту часть. Мы видим, что-то начинает появляться. Что-то огромное. И вспышки начинают происходить каждые там 2 секунды. То фиолетовый, то синий, то фиолетовый, то синий. Но этот не нечто просто зависло. И вот так мигало минуты 3, может, 4 от силы и все. И потом исчезло. Что это было? Я не знаю. Правда это или нет, вы можете, друзья, не верить. Но ситуация была очень странная и очень интересная. Потом мы вернулись обратно. Дальше. А дальше я вам потом все расскажу. Ну а вы, друзья, хотя бы поставьте на это видео хотя бы лайк или подписку. А потом я все вам расскажу чуть позже, что было дальше.